занимались мы огородом, более-менее управили. Сейчас покажу. В общем, шла активная уборка, прополка, покосы. Очень много-много времени это занимало. Снимать было некогда. Сейчас прогуляемся по моему огородику. Заросли вот такие вот джунгли помидорок. Есть даже помидорки там. Но заходить я туда не буду, потому что сейчас и на улице жара, а там так вообще. Но кроме огурцов все себя чувствует прекрасно. Огурцам плоховато. Не предусмотрели мы форточку. Ничего, перчик растет, помидорки растут, идет. А там вот соседи, валик с сеном лежит. Скосили здесь сено трактором недавно. Надо будет на лужу туда прогуляться. Там красивые цветочки. Здесь куча травы. Полисадника убрали. Муж косил, оставил. Вот это, я не помню, бессмертник, кажется, называется растение. Кто знает, напишите, если я не права.